Друзья, всем привет, доброго вечера. Тревожные новости поступают с Ближнего Востока. Тревожные для офиса президента, потому что откладывание Израилем вторжения в Газу усложняет Владимиру Александровичу и его шестеркам ситуацию. Ведь теперь им сложно объяснять нам, почему происходит сокращение международной финансовой и военно-технической помощи Украине. Если помните, то в самом начале очередной вспышки на Ближнем Востоке Зеленский записал целое видеообращение, в котором заявил, что теперь, когда Америка будет воевать на два фронта, поддержка Украины будет под угрозой, но мы сделаем все, чтобы ее сохранить. Так вот, война на два фронта пока не началась. И даже несмотря на новости о том, что зарезервированные Украине снаряды 155 миллиметров пока будут перерезервированы на Израиль, она ведь ни к чему не обязала, потому что эти снаряды как были на складах, так и остались. Они ни в Израиль не поехали, ни в Украину. При этом объемы финансовой помощи Украине сокращаются. Сегодня США заявило о том, что новый пакет военно-технической поддержки составит 130 миллионов долларов. Это примерно в 10 раз меньше, чем в момент визита Блинкена буквально недавно перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Ну, обычно мы привыкли к 100 миллионам, ну, многомиллионным, сотням миллионов проектов финансовой поддержки, тут всего 130 миллионов долларов. На фоне этого прозвучала и новость о том, что Европейский Союз, который хотел бы выделить 18 миллиардов долларов Украине на следующий год, выделит раза в три меньше. И эта сумма пока не будет увеличиваться. Почему пока? Ну, потому что Зеленский и его окружение не демонстрируют никаких действий для борьбы с коррупцией. Мелкие чиновники, какие-то там зашкваренные, заштатные налоговики, которых они ловят, какие-то коррупционеры старой эпохи, ну, типа там Микитасю предъявили подозрение в хищении, которое было там 5 лет назад. Или там депутату от фракции Давира в парламенте предъявили подозрение за расхищение госземель, которое случилось несколько, опять же, лет назад. Где Татаров, где Смирнов, где Шурма, где Гусев, где Арахами, где Шмыгали и его подчиненные министры, где эти все коррупционеры в этой новостной ленте? Их там нет. А раз их нет, то нет эффективной борьбы с коррупцией здесь и сейчас, потому что именно эти люди и занимаются расхищением международной технической помощи. И я здесь не преувеличиваю, ведь именно Резников выделял миллиарды гривен, десятки миллиардов, миллиарды долларов, даже если быть точнее, на фирмы-пустышки, которые так и не поставили украинской армии снаряды. И притом у Шмыгаля после этого хватает наглости заявлять о том, что снарядов дефицит, снарядов не хватает. Ну, конечно, вы же все их спиздили, по сути дела. Но посадок нет. Глава Укроборонпрома, недавно отправленный в отставку, Юрий Гусев, который сознательно пролоббировал постановление Кабинета министров, об этом публиковалось целое расследование сегодня, у меня в телеграм-канале можете найти детали, в Дубинский Про, подпишитесь обязательно, лоббировал постановление Кабмина, по которому украинские производители оружия не должны получать прибыль, но очевидно сделал это для того, чтобы убить украинское военно-промышленное производство и денежки, которые поступают от международных партнеров, тратить, ну, своего же нету, на закупку вооружения за рубежом. Ну, вместо своих дронов зарубежные, вместо своих ракет дальнего действия зарубежные, вместо своих снарядов зарубежные, вместо своих бронежилетов зарубежные. Почему? Вот потому что спиздить удобнее на том, что ты получил финансы и отплюнул их на фирмы-пустышки, а не перечислил на украинские заводы. Там разбирайтесь. Там недобросовестные поставщики. В Турции ищите, в Польше ищите. Какие-то негодяи нас обманули, а мы-то ни при чем, мы белые пушистые члены за команды. Но так уже не работает. И это прямо показывают наши партнеры, сокращая объемы финансовой поддержки, прямо указывая на то, что отсутствие мер по борьбе с коррупцией внутри окружения Зеленского будет вести к дальнейшему сокращению финансово-бюджетной поддержки Украины и украинской армии. Все эти игрища, которые вы наблюдаете в Конгрессе США сейчас с утверждением спикера, утверждением пакета помощи Украине и Израилю, вот эти вот позиции конгрессменов о том, что нужно разделить эти пакеты помощи Израилю, пожалуйста, отдельно, а Украине отдельно. Это ведь тоже игра. Вот ровно та же игра, с которой обычно к партнерам
приходит Зеленский с историей о том, что ну это же парламент, ну вот он же, я же очень хочу назначить независимого директора НАБУ или независимого специализированного антикоррупционного правопрокурора. Я же хочу, но вот просто парламент, понимаете ли, не назначает соответствующие комиссии, не производит отборов. В общем, вот они негодяи, вот смотрите туда, на меня не смотрите. Вот он попал ровно в такую же историю с нашими международными партнерами, только если, когда Зеленский танцует эту польку-бабочку с ними, то он это делает для того, чтобы вот эти все Татаровы, Смирновы, Шурмы, Шмыгали и так далее и тому подобное могли продолжить расхищение государственного бюджета и имущества, то иностранные партнеры делают с ним такой же калинкор, потому что, ну не понимают он по-другому. Он не понимает по-другому, когда ему говорят о том, что смотри, твое зашкваренное окружение создает для нас проблемы, потому что у нас спрашивают наши избиратели, наши политические оппоненты, мол, как вы помогаете самой коррумпированной стране в Европе, а нам им нечего ответить, потому что вы в Украине не предпринимаете действия, направленных на очищение власти от коррупционеров. И можно сколько угодно отправлять подалека на различные эфиры с историями, даже Ермак подключается иногда к этой теме, с историями о том, что российская пропаганда будет использовать коррумпированность украинской власти, чтобы сократить поддержку Украины. Ну это, блядь, бредящий бред. Потому что, ну а что, этой коррупции нет? Или вы ее не замечаете, ее замечаем только мы? Или только другие люди? Ну, конечно же, все ее видят, все о ней пишут, все о ней знают. Но просто это очень удобная позиция ничего не делать, ничего не предпринимать и все списывать на агентов Кремля. Так тогда агентами Кремля являются 78% украинцев, которые в социологическом опросе назвали президента ответственным за коррупцию, которая происходит в армии и в государственной системе. И эти же 70, по сути дела, 8 или 75% это кратно равно избирателям Зеленского, с которыми он победил на выборах президента. То есть все его избиратели прозрели, по сути, и считают его ответственным за масштабнейшую коррупцию со времен получения Украины независимости. Масштабнейшую не в объемах, а по степени цинизма, потому что происходит она в условиях полномасштабной войны и, не хочу говорить сотен, но десятков тысяч смертей на фронте и в мирных домах. Сложившаяся ситуация требует от власти незамедлительных действий. Незамедлительные действия – это действия, направленные на очищение своего, да, кубла, которое сплел Зеленский, от воров и негодяев. Причем воров, негодяев и непрофессионалов. Там же есть целый пласт людей, которые ну просто дебилы, да, идиоты. Которые назначены на государственные должности Зеленским, потому что ну, они ему понравились. Они были для него лояльными, симпатичными. Хорошо пошутили, зайдя в кабинет, да, или там просто вызвали симпатию. Там же нет качества профессионализма, как определяющего для того, чтобы назначить туда или в иное место определенного чиновника. Возвращаюсь к отставному главе Укроборонпрома, который просрал украинские ракетные, минометные, бронетехнические программы Гусеву. Но ведь назначен он был главой Укроборонпрома не из-за профессионализма, а просто потому, что это дружочек Арахамии, который завел его к Зеленскому. Ласково нашел время, когда подвести ручечку для подписания указа. И вот парниша управлял всеми оборонными заводами. Да управлялся до того, что в армии нет минометов. Посмотрите любое видео украинских военных в ТикТоке, которое скажет вам, что да хуй с ними, с теми атакамцами. Вы минометы нам поставьте, чтобы у нас их было достаточное количество. И мин, пожалуйста, тоже. Ну, произвести миномет, мне кажется, это не задача 21 века, которую не можем мы решить, потому что, ну, навигационные, какие-то еще системы, привязки координат, спутники Starlink. Все это, конечно, прекрасно, но миномет это не про эту историю. Миномет это про Первую мировую. И если оружие Первой мировой концерну Укроборонпром не был способен произвести в достаточном объеме, то это вредительство. Непрофессионализм, тупость и вредительство, приправленная коррупция. Знаете, это рак, который нужно изгнать из системы государственного управления Украины, должен сделать это Зеленский, как человек, который этот рак в систему впрыснул. Это его назначение, это его люди, это его ответственность. И об этом ему говорят иностранные партнеры. Где-то прямо, а где-то вот теми мизерными пакетами финансовой помощи, которые, ну, явно уже, очевидно, не спишешь там на израильское вторжение в Газу. Но нет его пока.
И вот пока не будут эти решения приняты, мы с вами и будем обсуждать новости, которые, ну скажем так, не внушают оптимизма, не дают нам надежду на то, что контрнаступление украинской армии будет быстрым, освобождение украинских территорий эффективным, а количество жертв меньшим. А вот эти все истории про мировую закулису, которая вот сейчас хочет нам помочь, не хочет нам помочь, русские, которые там Хамас стимулируют нападать на Израиль, ну это же все в пользу бедных, это же чушь для лохов. У меня сегодня была встреча с послом Израиля в Украине, Михаилом Бродским, который сказал, что ну, нет у нас в Израиле доказательств того, что Россия причастна к вторжению Хамаса на территорию Израиля. Эту историю Зеленский может втирать только лохам. Проблема не в Израиле, не в Газе, не в Хамасе. Не в том, что Байдену нужно воевать на два фронта или убеждать Конгресс дать помощь Украине и Израилю. Проблема в том, что нет доверия к украинскому руководству, а украинское руководство это Зеленский. И он должен... как человек, должен, именно я это слово хочу использовать, должен, как человек, наделенный мандатом народного доверия, это наконец понять, дойти до него должно. Вот я не знаю, что должно произойти, чтобы до него дошло, преодолеть эту стену глупости, самовлюбленности, чванливости, невосприятия чужого мнения, дошло, что нужно что-то делать и делать быстро. Потому что иначе на карту будет поставлена судьба страны. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский Про в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере. Здесь все ради правды и все ради Украины. Пишите ваши комментарии, ставьте колокольчики, продвигайте это видео. Сосканируйте QR-код и помогите нам продолжать сборы для 68-й егерской бригады, воюющей сейчас на Авдеевском направлении. Будьте здоровы, пока!